учебный год новых идей, открытий и созидательного труда в сфере образования. В преддверии 1 сентября учителя Центрального региона собираются коллективами на конференции. В этом году Жодина встречал 800 гостей. Это делегации из каждого района Минской области. Мы очень серьезно подошли к подготовке к началу нового учебного года. Из бюджета области и района выделено почти 60 миллионов рублей. Мы практически на треть обновили компьютерный парк наших учреждений образования. Диалоговые площадки, мастер-классы, городок научных и творческих достижений. А еще образцовая плеяда учителей, чьи профессиональные заслуги отметили на самом высоком уровне. 8 педагогов стали обладателями нагрудного знака «Отличник образования». Любая награда руководителя – это оценка деятельности коллектива. Да, конечно, приятно, что оценили, но за спиной любого руководителя всегда стоит команда. Поэтому огромнейшее спасибо моим учителям, моим детям, которые достигли таких больших результатов. На базе нашей школы уже который год функционирует областной ресурсный центр по робототехнике. Сегодня в Центральном регионе более 28 тысяч учителей. 1 сентября педагогическая семья пополнится новыми кадрами. Профессиональный дебют в Минской области состоится более чем у 900 молодых специалистов. Александра Гойтон, Илья Пучко и Иван Мозго. Новости Центральный регион.